Папа Римский Франциск завершил свое паломничество в Южный Судан, призвав его лидеров сосредоточиться на установлении мира в самой молодой стране планеты. Трехдневная поездка стала первым визитом папы в эту преимущественно христианскую страну с тех пор, как она обрела независимость от Судана в 2011 году и погрузилась в гражданскую войну, в результате которой погибли почти 400 тысяч человек. В воскресенье понтифик отслужил мессу у памятника герою независимости Джону Гарангу в Джубе перед десятками тысяч людей, среди которых было и политическое руководство Южного Судана. Он призвал жителей страны сложить оружие и простить друг друга. «Даже если наши сердца истекают кровью из-за причиненного нам зла, давайте раз и навсегда откажемся от возмездия злом за зло», — сказал Франциск. Власти и оппозиция Южного Судана подписали мирное соглашение в 2018 году, но его положения остаются в значительной степени невыполненными.